Институт массовой информации совместно с иностранными партнерами провел исследование медиа-ситуации в юго-восточных областях Украины. Результаты, среди которых и анализ запорожских СМИ, представили на конференции. Согласно результатам исследования, в Запорожской области имеют определенное общественное влияние около 13 печатных СМИ, 6 теле- и интернет-каналов, а также не менее 23 онлайн-СМИ. Исследователи отмечают, если в таких городах, как, например, Одесса и Днепропетровск, сферы влияния на медиа являются в основном политическими, то в Запорожье сферы влияния разделены в основном между промышленными гигантами и другими предприятиями. Согласно опросам населения области, проведенным Институтом массовой информации, самым популярным ресурсом получения информации является телевидение. Им пользуются 91% жителей региона. Далее в рейтинге ресурсов располагаются интернет, радио и пресса. В топ-10 источников телеканалов, которыми пользуются запорожцы, из местного ТВ вошли только «Алекс» и ТВ5. Из тем, интересующих население, самой востребованной оказалась тема войны на востоке Украины. Не хватает в запорожских СМИ, по мнению опрошенных, информации о борьбе с коррупцией на местном уровне.